Рябова дома. Гладкий мир без волос на ютуб просторе. Освободись от волос, скинь уже лохмоть. На своем канале Шугаринг дома. Давно мы с вами не виделись, но сегодня наконец-то долгожданное видео. Сегодня мы с вами будем делать шугаринг подмышек мужских. Я сейчас покажу, как всегда, что я буду делать. А вообще, все видео о шугаринге бикини вы можете увидеть на канале Telegram. Ссылка будет прикреплена под данным видео. И теперь вообще будем работать в таком режиме, что все видео с бикини будут выкладываться в Telegram. Так как разные завистливые особы постоянно банят мои видео с бикини. Итак, как всегда, сначала начинаем с обработки. Обработки горячим полотенцем, снятие липидного слоя, все как обычно. Так, волос, как мы видим, длинный, нужно будет делать аккуратно, чтобы волос не тянуло. Так, после того, как мы сняли липидный слой, так скажем, просушим. Сейчас я обрабатываю, так как гель-антисептик пока что производство встало, на время я использую коньяк. Коньяк тоже, в принципе, имеет пролонгированное действие, но у геля это 12 часов, у коньяка это всего лишь 2 часа. Он держится в порах, но для подмышек нам этого вполне достаточно. Мы не будем их, так скажем, делать 2 часа. То есть сейчас я обрабатываю коньяком. Это защита от брошек волос, воспалений и тому подобное. Теперь все просушиваем. Далее у нас детская присыпка. Все как всегда по классическому сценарию. Присыпку обязательно растираем, чтобы все это попало в поры, а не в волосы. И начинаем приступать. Пасту я беру плотную, так как вы сами знаете, что работаю я без перчатки. Сейчас у меня вторая рука без перчатки, потому что я, так скажем, делаю своему знакомому. И начинаем. Почему начинаю отсюда, от самого, так скажем, не волосатого места, чтобы было это менее болезненно. Иду медленно, так, чтобы сахарный сироп проник, да, в устье луковицы. И убираю. Как видим, да, тоже с первого раза чисто. И пойду вот такими движениями дальше. Так, вот видим, да? Все уходит с первого раза, значит, все делается правильно. Паста подобрана правильно, техника выполнения правильная. Наносим медленно, даем сахарному сиропчику опуститься к луковичкам. Чуть ждем и рывок. Вот я не знаю, тут видно, может. Да, ну вот. Да, видите, вот такие вот они белые. Белые луковички, то есть прям луковицы. Хорошо здесь видно. То есть работа у нас идет на уровне эпиляции, а не депиляции. Так, дальше продолжаем.
Конечно, волосы можно такие не отращивать, потому что, скорее всего, где-то немножко тянут. Но тут уже, конечно, 100% гарантия, что мы сделаем на уровне эпиляции все и уберем вместе с луковицами. Видите, я все иду поперек, потому что в таком случае по-другому работать не получится. Будет неудобно, паста вся будет в волосах. Постричь, в принципе, можно, если вы уверены в своих навыках подстрижки, так скажем. Почему? Потому что можно и слишком коротко подстричь, и этой длины будет недостаточно, то есть где-то будут короткие волосы останутся. Паста пока что работает. Видите, чуть, не знаю, видно, да, чуть кровяной рассыпь. Вообще, если такое, как лица, кровяная роса закрепает, то там немножко нужно обрабатывать перетесью водорода краской. И сейчас я еще что хотела сказать, сейчас у меня в разработке средство против роста волос. Как бы это смешно ни звучало, те, которые сейчас у нас предлагают на рынке, это, конечно, все полная ерунда. То, что хочу сделать я, думаю, что это будет всеми хорошо забытое старое, но очень эффективное. Конечно, работа идет чуть медленнее, но я боюсь, что в данном случае волос длинный. Дергать его большими частями, конечно, не очень хорошо. Ничего, заливается. Так, здесь сверху можно начать. Сверху вниз. Движение. Срыв. Вот эти пасты, она сама плывет. То есть я на нее не давлю. Она плывет сама. И за счет этого, то, что она сама плывет, и я ее не продавливаю, не надавливаю, затекает сахарный сироп луковицы. Ставила чайник. Можно сказать, последний рывок. Все, вот, посмотрите, абсолютно чисто. Ничего тут нет, все с первого раза выходит. Красноты тоже особой нет. Все, теперь обработаем горячим полотенцем. Промакиваю. Сейчас тот сахарный сиропчик, который отпустился к луковице, он будет работать, он будет увлажнять кожу. То есть не надо будет никаких делать скрабирование, увлажнение. Слушаем.
закрываем красивкой обязательно. Еще раз напоминаю, что присыпкой мы закрываем для того, чтобы сократились поры. Не нужно мазать никакими кремами, маслами, какими бы они ни были. Хорошего результата не будет. Вот смотрите, подмышка готова. Ну а я говорю всем пока. Спасибо, что меня смотрите. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Теперь видео будут выходить почаще. Всем до встречи. Зря попадал ума. Гладкий мир без волос на эту просторе. Освободись от волос, скинь уже лохмоть.